Привет любителям пчеловодства. Тема: как я купил у соседа пчел и заселил свой улей без потери летной пчелы. Предварительно проштудировал интернет на предмет, с какого расстояния можно брать пчел. Значит, я понял, что не ближе 2,5 километра, иначе летная пчела вся вернется на место, кажется, на постоянное место жительства, где они и были. Думал и придумал я новый метод. И как сразу показали первые дни, что летная пчела, видимо, вся почти что осталась у меня в улье. Итак, значит, так получается, по всем, значит, сведениям из интернета, пчелы летают до 7 километров. В принципе, надо брать пчел далее 7 километров, то есть далее лета пчелы. Второй вариант, значит, предлагается, можно, значит, сделать стресс пчелам. По проходу этого стресса пчела теряет ориентацию, ту, которая у нее была заложена, и потом, значит, можно переселять куда угодно. Некоторые рекомендуют поселить их в погреб, вот на 5 аж суток. Но, сами понимаете, сезон пчеловодства — это слишком маленький, лето всего лишь, а на 5 суток это слишком много времени. Вот, подумав, значит, я применил быстрый стресс, при котором вся пчела осталась у меня на месте, в моем улье. Этот метод показывает, что буквально за сутки, то есть мы купили, значит, вечером, привезли на ночь закрытые литки, утром, значит, сделали вот этот им стресс, и в течение этого дня они уже облетаются на новом месте и работают как положено, несут нектар, несут обножку в мой уже улей. Конкретно 2 мая я купил пчел, вечером где-то часов, наверное, 5-6 мы сделали осмотр, еще прохладно было, и перенес их в свой улей. Заселил, на ночь литок закрыл полностью. До покупки мне, конечно, пришлось кое-что, значит, сделать. То есть я сделал клетку. Клетка, которая имеет сетку. Эту клетку-сетку я вечером уже прикрепил к улью, так, чтобы ни одна пчела не могла выскочить помимо этой клетки. Утром, проснувшись в 6 часов, я, значит, теплый сироп поставил в улей и теплый сироп поставил в клетку в эту. И также воду в эту клетку. В 7 часов утра я открыл литки, сел и начал наблюдать у улья за работой пчел. Утром в 8 часов пчелы начали вылетать с литка в клетку, которая их удерживала в этой клетке, не пуская их на волю. По поведению пчел сразу было видно, что стресс удался. Они начали вылетать с литка и биться о сетку, пытаясь выбраться на волю. Видимо, определившись, что сетки им не вырваться, значит, они где-то через час, через два начали кушать сироп, который был в клетке, и немножко пить воду. Где-то часов в 12 в полдень я, значит, убрал эту клетку, то есть снял с этого улья. На эту клетку уже сверху поставил сироп, который был, и воду. Присмотревшись к пчелам, я, значит, с удовольствием увидел, что пчелы с улья вылетают и садятся прямо на эту кормушку. То есть от улья они никуда не уходят. Вот в это время пчелы с удовольствием брали сироп и воду. Где-то через час пчелы, значит, большим количеством начали выходить с улья, начали облетываться вокруг нового места. То есть делать геолокацию, разведку местности. Где-то час они полетали, затем, смотрю, уже у них обножка появилась, то есть желтая обножка и красная обножка. То есть пчелы начали работать, разведку сделали, где-то нашли там, где находится обножка, и начали ее приносить в мой улей. Вот, ну, обножку-то видно, что они приносят, а нектар приносят они лет, нет, я не знаю, но, видимо, и нектар приносили, конечно. На следующий день пчелы, видимо, полностью адаптировались к месту новому, вот, сделали разведку там, где чего цветет, где чего находится, и начали нормально работать в моем улье. Для информации, 10 лет тому назад я занимался, значит, пчелами, ну, по некоторым обстоятельствам, значит, не было возможности заниматься, это я дело забросил. Но каждую весну, когда начали пчелы, значит, начинают летать, у меня небольшой такой сад яблоня, вот у меня, конечно, душа аж болела, это самое, как бы завести, но все возможности не было. И вот, наконец-то, в этом году моя мечта опять сбылась. Как говорится, бывших пчеловодов не бывает. В прошлое время я был более молодой и в основном на пчел смотрел как на работников. Вот, мы все считали, сколько там кто качает с одного улья. Но я примерно качал с улья один бидон за сезон. То есть бидон — это 40 литров, это 50 килограмм меда. Было у меня 16 семей. В то время можно было их вывозить куда-то и их брать хороший, кажется, взяток. Вот, и наконец-то моя мечта опять сбылась. В этом году я приобрел вот эти одну пчелосемью. Вот, думаю, в зиму уйти где-то 3-5 семей. Сейчас я совершенно по-другому смотрю на пчел, не как, говорится, на рабов, вот, которые приносят достаток, а, конечно, для души, именно для души. Сидя у улья, ты просто успокаиваешься, и никакие ни лекарства, ничего так не действует благоприятно на здоровье человека,
как жужжание пчел и их запах. Утром я ложу буханку хлеба под крышку улья, а вечером с запахом, наслаждаясь, этот хлеб употребляю с пищей. Короче, люблю это дело. Вот сегодня у нас 15 мая, сады уже яблоня моя цвела. Вот все другие не знаю, еще, акация еще не зацвела. Вот, но акация, видимо, зацветет где-то через, наверное, недельку, может, дня через 4. За эти 13 дней, значит, что я сумел уже сделать? Значит, я уже сделал отводок, в отдельный улик пересадил две рамки с маточниками и одну рамочку там пустую с медом. Будем надеяться, что облет будет у них хороший, у маток, и вот и пчела семьи получится. Ну, еще у меня, конечно, время в запасе здесь есть. Плюс к этому, значит, я уже сумел, опробовал, и у меня вроде получилось перенос личинок для вывода новых маток. То есть, получается, значит, если, значит, начинающий пчеловод купила, значит, одну семью или мало семей совершенно, вот то у нее, конечно, не хватает вот этой суши, не хватает рамок, не хватает овощины, а овощины они не слишком уже тянут сейчас еще пока прохладно. Вот если делать просто отводок, то есть для на размножение, значит, идти, то надо, я две забрал, так три рамки надо забирать и в другой пересаживать, в другое место или в другой улей пересаживать. Это время, то есть матка пока выйдет, это туда-сюда, пока она облетится, пока она начнет сеять, это месяц примерно. Методы же переноски личинок дают возможность вывести новых маток, сделать им облет и быстро расширить семью, без крыса ущерба для основной семьи. То есть мы не отделяем, мы соты там не забираем, ждем, пока матка вот это облетится, а потом уже формируем другие отводки, которые нам надо. В дальнейшем я вам все это покажу, как это все делается, как быстро можно расширить пасеку. Всем спасибо за внимание, и кому будет интересно, подписывайтесь на мой канал.